Какую меру поддержки окажут садоводам и огородникам республики? Этот вопрос сегодня затронули на круглом столе. Подробнее в следующем материале. Сегодня в числе некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, около 700 объединений. Несмотря на значительный вклад таких товариществ в производство сельскохозяйственной продукции, остро стоят вопросы организации в границах территории товариществ снабжения тепловой и электрической энергией, водой и газом. Актуальны также вопросы проведения кадастровых работ. Для оперативного решения этих вопросов созданы рабочие группы. Среди возможных мер государственной поддержки предлагается компенсация затрат садовых товариществ на инженерное обеспечение территорий. Затраты будут возмещаться в размере не более 50%, которые вы произвели на территории СНТ по строительству, реконструкции, ремонту существующих сетей водоснабжения, бурения это и обустройство скважин, строительство насосных станций и водопроводов, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение, возведение транспортных подстанций, линий электропередач.